Народная тропа в деревню не зарастает. Недавно по просьбе жителей здесь отсыпали дорогу щебнем. Теперь ездить стало удобнее, говорят местные. Ветеран Алексей Бондарь редко покидает свое жилище. Возраст уже не тот. Однако события 75-летней давности помнит хорошо. 9 мая объявили вечером. 9 или 10-го. Победа. Все начали стрельбу. Я по опыту знаю, что патроны надо беречь. Я не расстреливал патроны. Столько было стрельбы, все в воздух стреляли. Победа! Поздравить местного героя приехал и глава Урицкого района. К встрече подготовились как следует. Вручили подарки, грамоту, даже песню спели. Привезли и памятное дерево, которое тут же и посадили рядом с домом. Сейчас Алексей Назарович вспоминает, после войны не раз и не два брался за пишущую машинку, чтобы задокументировать те события войны, которые так четко оставались в его памяти. А сейчас в память о погибших боевых товарищах здесь будут расти цветы и вот эта яблоня. У новой яблони долго говорили о прошлом, вспоминали былые времена, радовались победе, как будто она была вчера. На местной клумбе волонтеры посадили бегонии. Цветок неприхотливый, должен прижиться. Очень благодарны нашим ветеранам и очень рады от того, что мы можем вот такую посильную помощь какую-то принести, да, и показать свою благодарность вот таким способом, посадив цветы. Та акция, которая прошла сегодня, те акции, которые проходят по всей стране, в Урицком районе, мы вместе, мы рядом, и я уверен, что на нашей земле никакие западные дни не приживутся, будут приживаться только яблони, которые мы посадили в память о тех людях, которые с этим человеком воевали. Как рассказал ветеран, сам в молодости не раз сажал яблони, груши и сливы. Теперь и у него дома будет расти плодоносное дерево и напоминать всем о тех, кто отдал свои жизни за нашу свободу. Сергей Прошкин, Алексей Нескин, телеканал «Первый областной».